Йоу, салют всем, друзья, меня зовут Альтер, вы находитесь на канале Check It Out, а это прослушка. Долгожданный для кого-то альбом Джимбо Блэк Бокс, анонсировал его еще в 16 году, по-моему, ну, как я читал, я сейчас не вспомню. И вот в 2020 году наконец-то он выходит. Давайте заценим, сколько тут, 13 треков, ну, полчасика, наверное, где-то пройдет. Поехали, посмотрим, что нам приготовил Джимбо. Посмотрим, сколько вообще прослушиваний. Как долго ждали его. Один и три ляма. Интро мощное вообще, качает реально. Бит хорош. И этот колокол. Топчик. Кстати, так давно не слышал. Неплохая тема. Такая мрачная, холодная тема вообще. Некрополь. Такая темная, в общем. Оформил наконец-то подписку в ВК Мьюзик, этот бум, чтобы рекламы не было. Продакшн крутой. Качевая тема. Play That Boy Z, я так понял, вообще это не... А, да, кстати, да. Он же откуда? США, по-моему, это. Качает Джимбо. Разъебывает с первого трека, с интро. Какой-то разъеб. И продакшн просто лютый какой-то. Лютейший. Так, Берсерк. Эй, what the fuck? Что за реклама? Я так-то подключился уже. White Punk. Но Джимбо тот же Джимбо, как будто бы. Неплохо. Такое интро в песне. Интересно, тот же будет момент или нет? Ну, по звучанию. Такой жирный трючок. Дерзкий. Мощь. Это всего лишь четвертый трек. Что будет дальше? Creep Walk. Какая-то Sega вспоминается сразу. Приставка. По темам и текстам посыл этот, я бы не сказал, что что-то очень крутое. Это просто такие бенгеры, сборище бенгеров, где он постоянно адресует строчки каким-то врагам и так далее, и тому подобное. Так, совместно собладает. Блин, продакшн тут везде крутой. Холодный, ты не селил дом, ты торговал и комнат не без тебя.
вся обла раздаст. Неплохо вообще. Хорош, хорош. Так, ну пока вот половина альбома практически мне все заходит. Заходит в том плане, то, что я спокойно могу прослушать этот альбом по дороге куда-нибудь или занимаясь чем-нибудь на фоне, вообще нормально будет играть все это дело. Он особо не парится вообще над припевами. Типа норм. Круть. Так, совместно с DMT13. Проект 13, я так понял. Такой хлесткий, агрессивный флоу. Джимбо. Ну, все тот же. Другая концовочка. Так. Я не знаю, я даже, наверное, не буду выделять какой-то один трек здесь. Для меня, наверное, все одинаково будут. Ну, не знаю, посмотрим, что есть какие треки. Но все может измениться. Мне нравится саунд тут. Soundgarden. Это битмейкер. Я помню, для ответа тоже он делал вещи. А, и вот там совместно будет, тоже он делал. Beat is dope. Продакшн крутой. Тема тоже. Норм. Заблудшие души мне машут, заточены на этой площади, жду своей очереди. Мои куплеты под кожей, ведь они заточены прямо в груди. Мы уличные легенды, по сути мы уже бессмертны. Никакой жалости к моим врагам, вижу, как они сейчас ходят с ума. И что за враги, что за враги? Так, кэшбокс. То ли я подустал, то ли все однотипно как-то уже кажется таким, либо, ну, просто тупо не заходит трек. Вот именно на этом треке задумался так, что, ну, может, все уже пора было закончить. Но есть две крутые совместки, по этому треку, ну, что-то как-то хз. Опять же, на фоне, если он будет играть, типа, пока я чем-то занимаюсь, то вообще норм. Но сказать, что это прям один из крутых альбомов 2020 года, нет. Мне кажется, даже в двадцатку, ой, десятку не попадет. В мою личную. Так, совместка Джимбо Твет, Reservoir Dogs, короче, бешеные псы. B
Блин, мне нравится бит вот от Southgarden, и тот, и этот вообще очень крутые. Вообще ништяк. Сейчас еще Твет появится. Вот Джимбо и Твет — это вообще крутой дуэт. Ну, типа, они оба хороши, взаимно дополняют друг друга. Крутой трек, рад бы услышать Света. Короче, Southgarden топчик. Мое личное мнение. Так, ну и последний трючок. Coast on the Stage. Вот это кач. Ну как бы все простенько, но блин, всегда качает. И такой бульвар заходит элегантно. Как интро мне понравился, так и вот последний трек. Оу, концовка вообще. Так, призрак на сцене, бешеные псы, Вера 92, адреналин, берсерк, Run for my dogs, некрополь и интро. Вот эти треки мне больше всего понравились. Особенно последние два и первые два. Последние и первые два. Вот. Лютейшие биты, крутая пластинка на самом деле. Такой хлесткий, дерзкий, агрессивный флоу от Джимбо. По темам, ну, все понятно, в принципе. Ну, такие, я не знаю, как бы уже как можно назвать банальными, да? Не в том плане, то что уже как будто это все слышал, просто вот сейчас другие биты. Ну, такое какое-то ощущение складывается. Не знаю, ну, как я уже сказал, для меня лично вряд ли этот альбом войдет в мой личный топ-10. Я не знаю, какой у вас будет, это уж по предпочтениям. Но я бы не сказал то, что это прям вау, пушка. А так, ну, на фоне погонять чисто, послушать какое-то время. Вообще без проблем. Все, что я думаю. Если что-то еще придумаю, ну, типа, вспомню, то я еще допишу под видео. А вы пишите в комментариях ваше мнение, какие треки зашли больше всего, что думаете вообще о пластинке. Увидимся в комментариях. Всех читаю, всех вижу. Вот. Спасибо всем за просмотр. Ставьте лайк этому видео. Подписывайтесь на канал, если не подписаны. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Check it out.